Любимец миллионов, голливудская звезда Джонни Депп сейчас переживает не самые легкие времена по целому ряду объективных и субъективных причин, но теперь актер решил быть гораздо ближе к огромной армии своих поклонников, да и недоброжелателей тоже, ведь у Джонни наконец появилась первая личная социальная медиа, его персональный инстаграм-аккаунт, на котором в момент создания этого видео всего 3 публикации и уже более 2 миллионов подписчиков. Ну а сам Депп первым делом записал важное обращение ко всей своей аудитории. Что же сказал актер? Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Итак, возможно, разочаровывая кого-то, Джонни не стал обсуждать свои личные перипетии, которые и без того сейчас на виду и на слуху у всего мира, затронув, как мне кажется, куда более важную и актуальную тему. Тему с теперешней обстановкой по всему земному шару, самоизоляцией, карантином и связанными с этим трудностями. Многие потеряли работу, говорит Депп, многие потеряли бизнес и все, что они создавали на протяжении многих лет. В конце концов, многие люди сейчас умирают. Дети. В данный момент в некотором роде может казаться, что наши руки связаны за спиной, может это отчасти и так, но наши умы не связаны и наши сердца не скованы, и мы можем заботиться, и благодаря заботе мы будем помогать друг другу, и мы победим, сказал актер. А еще призвал рассмотреть теперешние события как возможность переосмыслить многое и взглянуть на вещи под другим углом. Также Джонни призвал не скучать в изоляции и отметил, что он всегда говорил и говорит своим собственным детям, что они просто не имеют права скучать и всегда есть чем полезным занять свой ум. Также актер признался, что это его первый опыт использования социальных медиа, ведь раньше он не видел в этом особого смысла и что в скором времени нас ждет много нового. В завершении же Джонни Депп опубликовал их кавер, записанный вместе с Джеффом Беком, кавер на песню «Изоляция» Джона Леннона, которая сейчас актуальна как никогда. В общем, еще один мастодонт Голливуда сдался под натиском современных технологий и глобального прогресса. Что же, думаю, это неплохо, ведь слова Джонни, уверен, смогли подбодрить многих в это нелегкое время. Да и, по крайней мере, так поклонники смогут быстрее узнавать обо всем, что происходит с их любимцем, причем сразу же из первых уст, а не из желтой прессы. Что ж, кому интересно, вы прямо сейчас можете перейти в инстаграм Джонни и посмотреть полную версию в оригинале, ну а мы будем на сегодня заканчивать. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.